Ну что, будем крашенки делать? Маряшка уже. Что ты делаешь? Надо скрепочки там. Там скрепки. Надо аккуратно. Так, у нас две чашечки. Да. Здесь написано, что надо 250 миллилитров брать. Но я возьму всю. Да, потому что все время крашу и получается какие-то бледные яйца. Я хочу прям яйца, чтобы были прям насыщенный цвет. Я делаю крапочку, буду делать. Так. Горячий. Кипяток. Там 70-90 градусов. Так, покрасили яйца, осталось еще по одному. Буду клеить наклеечки. На те яйца, что высохли. Хочу крестики. Христос воскрес обязательно. Так, поставила вторую партию. Вот подошли мои пасочки. Надеюсь, вот эти не упадут. Не знаю почему. Там серединка упала, крышку я не открывала. Ну, ставлю на час. Ой, на 2 часа. Вот это оно! И верх подрумянился, и шапочка есть. Вот это я довольная. Все, вытаскиваю их остывать и ставлю следующую порцию. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вот такая пасочка получилась у меня. Куличик. Крашенки. И всех с праздником, всем мира, добра, здоровья. Будьте счастливы. Вот куличик у меня, конечно, вкусный получился. Мне, правда, глазурь не понравилась. Не буду больше такую глазурь делать. Тую покупную. Лучше самой обычную из белка. Ну, в общем, будем сегодня с Марьяшей и Златой отмечать Пасху. Пасху. Ну что, Марьяшка, где мое яичко? Вот это? Если захочешь. То, что Марьяша сделала. О, Злата проснулась. Христос воскрес. Дай я тебя буду быть. Так. Мне крепкое. Теперь ты кажи, воистину воскрес. Воистину воскрес. О, так. Все, мама побыла. А мама не. Все, то твое яичко крепенькое и счастливенькое. Всех с праздником. Так. Погодка сегодня отличная. Мы вышли погулять. Птички чирикают. Сначала было пасмурно, а вон солнышко все-таки появляется. Вон кульбабы. Эти одуванчики. Начинают поляна с одуванчиков образовываться. Это еще только начало. Цветочков, Злата. Бачила, сколько цветочков? Златулька. Злата, диви. Златулька, диви, сколько цветочков. Сколько одуванчиков. И пчелы летают. Нежелательно, чтобы она, конечно, тут бату пчел на одуванчиках. Теперь песка намного больше. И очень хороший песок. Девчулечки гуляются. Пускай. Пчелы летают возле сливы. Красивенько. Люблю, как пчелы гудут. О, скоро эти хрущи пойдут. У нас во дворе, как включаем на столбе, во дворе свет вечером. О, хрущи вообще слетаются на свет. В общем, после Пасхи, как пройдут вот эти 3 дня, я хочу, начиная вот оттуда вот так, и квадратом все прополоть. Завтра у моей сестрички будет день рождения. Да, завтра Злате 2 годика. А тортик будем вечером делать. Канал, а то Злата все будет бачить. И хочу вот это все прополоть, чтобы потом застелить клеенкой.
и засыпать песком. И сделать такую площадку песочную. А ну, так нет, что тату? Тату предложил. Мое дело прополоть. И я это сделаю. Главное, чтобы спина не болела. А когда спина болит, очень тяжело работать. И вы накажите такого, чтобы мама не убежалась. Мама работает всегда. С татом. Да-да. Давай, давай, гуляй, гуляй. Две этих, два аиста летают. Сейчас тихонечко подойду, чтобы их не испугать. Покажу вам. Только что так красиво летал. Вот, смотрите, на огород прилетели к соседям. Красавцы. Все, пошли под дом. Сижу такая, пускаю слезу, вспоминаю. Златулька как раз кушает у меня на руках. Да, 2 годика нам, и мы до сих пор висим. Ничего, я уже потихонечку начинаю ее отучать. Вот, все к чему я. Нам сегодня, 20 апреля, день рождения Златульки, 2 годика исполнилось. Я сижу, вспоминаю, какая она 2 года назад родилась, малюсенькая такая крошечка. Так, сейчас снова буду реветь. Говорила себе, не буду плакать. Так что мы сегодня сами, папа наш приедет завтра. И будем завтра отмечать. Я сегодня тортик сделаю бисквитный. Будем завтра отмечать 2 годика. А Пасочку сами встречали, Пасху. И день рождения будем с вами праздновать. Да, Злата? Да, зайка? Заинька моя, сладенькая. День рождения у кого, а? У кого день рождения? Именинница маленькая. Да? Златулечка. Красотулечка. Платьечко сейчас наденем, да? Вы же красиво-красиво, девочка. Так. Просеиваю муку по ходу дела и постепенно. То есть немножко просыпала частями и аккуратно вмешиваю как бы. Не быстро, не блендером, а вручную. По кругу обязательно. И буду просеивать частями дальше до конца. Так. Получается стакан сахара, стакан муки. И у меня 5 яиц. Смазала форму сливочным маслом. Вот само тесто готовое. И мультиварочка. Итак. Отправила я тесто, половина чаши получилось тесто, ну чуть меньше, ну почти, короче, половина. Злата тарабанит. Так, буду выпекать, как всегда, режим печь. И время ставлю 1:15. Я заметила по моей мультиварке, 1:15 идеальный бисквит получается. Вот. Встретимся через 1:15. А у нас ночью был дождь, и прошел такой хороший, земелька мокрая. И вот так такие тучи целый день гуляют по небу, черные, ветер холодный. Вот. Так что вот такая у нас сегодня погодка прохладненькая. Девчули играются. Да, Злата? Йогуртом обмазалась на платьишко. Йогурт облепала.
Меня видно здесь. Всегда переживаю, как вот бисквит испекается. Моя хорошая мультиварочка. Выключаем подогрев. Так, смотрим, что у нас получилось. Ну, высокий получился. Подожду минут 10-15. Чтобы отошел от стенок, тогда уже буду его вытягивать. Ну вот, какой бисквитик получился. Так, как вам поравнять с размером руки, с пальцем, наверное? Ну вот, высота получается выше, чем палец. А пахнет как бисквитик. Класс. Можно, конечно, бы еще больше, чтобы постоял, мне кажется. В общем, можно нарезать. Хочу сказать, что развязание бисквита на коржи с помощью нитки — это дурня. Либо я криворукая, не знаю. Вот, в общем, на 4 коржа я разрезала бисквитик с помощью ножа. И буду его собирать. Такой воздушный получился, легенький. Все, собираю тортик. Крем у меня сгущенка и вареная сгущенка и сметана. Положила нижний корж. Сейчас смажу кремом. Сиропом поливать не буду, так как бисквит и так такой, ну, не сухой прям. Я бы не сказала. Мажу крем. Вот бананчики, банан нарезала. Дома был банан один остался. И буду выкладывать понемножку банана. Так, собрала я торт, обмазала вокруг всего-всего-всего. И остатки банана выложу сверху. Но сначала хочу немножко потрусить какао для красоты. Короче, сыпанула перебор немножко. Ну да ладно. Будет так. В общем, как-то так получается. Собираю вместе с вами, кому не интересно, можете пролистать. В общем, как работает ваша фантазия, так и собираете торт. И насколько у вас есть ингредиентов хватает. Ну вот, как-то так получился тортик. Вот эта штучка, блин. Ну, нормально, пойдет. Пропитается он, и завтра вам обязательно покажу еще тортик в разрезе. Какой он аппетитный, крем вкусный очень. Хоть и сгущенка не настоящая, как вот ириска. Сейчас покажу вам. Так, ириска уже. Вот такая. Сгущенки вареной не было. В магазине была вот такая. Ну, сырая у нас продается. Сгущенка не вареная, в общем. В пластике.